Привет, друзья! С вами видеоблог сибирского парня из США, и сегодня мы с вами посмотрим... Ну что, поехали? Ой, а уже едет. Стоп, смотри. Все знают, что в Америке народ ожиревший, все едят в Макдональдсе, в Бургер Кинге, пьют Кока-Колу, Пепси, Спрайт и все такое. Мы вот посетили 3 продуктовых магазина и хотим показать, чем мы здесь питаемся. Мы ходили в овощной магазин, хотим вам показать, что мы купили и сколько это стоит. Много хочется сказать о магазине, что этот магазин довольно-таки низких цен в плане овощей и фруктов. Так, клубника. $1.25 пачка. Дальше арахис. Значит, пакетик арахиса вышел на $2.49. А фунт $1.79 был. То есть тут примерно, ну, около 2 фунтов, чуть поменьше 2 фунтов. Дальше мы купили брокколи, вот такой пакетик. Здесь 1.27 фунта. И вышло это на $1.89. Чуть меньше килограмма. Да, чуть меньше килограмма. Дальше, укроп. Укроп — это пучок $1.49. Окей, синяя картошка. Пакетик синей картошки. Это здесь 1 фунт. По-моему, вышло где-то на $1.29. $1.29, полкилограмма. Хорошо, дальше. Папайя, 2 штуки. 2 папайи, у них было 99 центов фунт, и вышло у нас на $5. 2 папайи, 5.41, $5.41, 2 папайи. Свеклы, 3 штучки. Доллар, около $2, или $1.50, здесь чуть побольше фунта. Дальше, молодые кабачки, цукини, 4 штучки. 4 штучки были, они по фунт стоят 99 центов. У нас получилось на $1.01. Дальше. Спагетти скваш. Спагетти скваш. Это такой кабачок, который имеет в своей по текстуре, он как спагетти внутри. То есть его нужно запечь в духовке, а потом просто вилочкой отсоединить от шкурки. И очень вкусно получается. Спагетти скваш, у него фунт стоил 79 центов, и здесь 2 фунта, почти 1 килограмм, то есть на $1.63. Так, и дальше мы купили вот такой базилик. Базилик, здесь 2 лоточка. Будет на балконе у нас. Базилика по $1.99 каждый, то есть получилось на $3.98. Вот этот вот базилик. Ну вот и все, это мы зашли в овощной магазин. А тотал чек? Тотал чек. А тотал чек вышел на $22.02. И плюс еще налог 32 цента. В итоге 22.34. 22.34 тотал. Мы сегодня ездили в магазин Trader Joe's. Это магазин high-quality продукции, organic foods, органических продуктов. Магазин довольно с высокими ценами. И мы посмотрим, что мы сегодня купили. Апельсиновый сок, 100%, с добавлением кальция, 1,89 литра. Орешки макадамия, один из самых дорогих орехов в мире, 10 унций, маленький пакетик. Sun-dried tomatoes, сушеные помидоры обычно. Такой маленький пакетик, 3 унции мы купили. Оливочки, уже
Вот тут немного, всего 8,8 унций. Thai shrimp gyoza. Тайская еда. Что-то типа вареничков из очень тонкого теста с креветками. Масло сливочное, не соленое. Органик йогурты. 4 штуки стробери с клубникой. Поехали или нет? Бутылочку пивка. Шучу. Так, еще мы взяли кокос. Кокос веселый кот, это знают все. Он избавит от забот взрослых и детей. Затем мы взяли экстра джинджер брю. Напиток из джинджера. Органик. Не из концентратов, напиток из настоящего имбиря. На самом деле мы взяли 2 бутылочки, одну выпили по дороге. Кокосовая вода Зика. Как болезнь называется? Natural 100% coconut water. Not from concentrate. Not from concentrate. Natural. No sugar added. 1 литр всего лишь. И также мы взяли арбузик. Прошу заметить, сейчас у нас апрель. У нас на родине я не ел весной арбузов. Вот. Вот это все, что мы сегодня купили. Итак, вот наш чек. Апельсиновый сок $3.29. Кокосовая вода $3.99. Джинджер брю, напиток с имбирем, 2 штуки $2.16. Тай шримп гиоза $4.99. Макадамия, орешки $9.99. Йогурты 4 штучки в упаковке $2.19. Масло $3.19. Оливочки 2 пачки по $1.79. Сандрайд томатос, сушеные помидоры $1.99. И арбуз $3.99. К этому всему добавляем тексы и получаем тотал наш $39.49. Были в магазине Aldi, это сеть немецких супермаркетов, и закупили кое-что из продуктов. Сейчас покажем вам. Это хлопья рисовые, бейгелы, это кот наш идет мимо, бейгелы, хлеб, круассаны и English muffins. Это вот такие булочки. И там внизу мы видим арбуз еще. Это достаточно много хлеба, так что мы, может быть, какую-то часть можем заморозить, потом уже разморозим, будем делать тосты. Так, дальше мы купили 4 пачки клубники, органик бананы, 2 грозди, камбуча, это чайный гриб, который мы все знаем с вами из детства советского, сок, зеленый горошек, зелень, салатный лист, апельсиновый сок, не из концентрата, хороший, с кальцием, с витамином D, и это с пульпой, с мякотью, зеленый лук, кинза, йогурты, 4 штуки, рикотта чиз, 2, сыр, 1 сыр, 2 сыр, гауда, колби джек чиз, еще 1 сыр, дальше, моцарелла,
две упаковки. Яйца. Масло сливочное. Plain йогурт. Это обычный йогурт. Молоко с витамином D. Органик цельное молоко. Органик whole milk с витамином D. Гранулы для стирки. Кускус замороженный. Thin crust. Это тоненькая пицца. Креветки. Churros. Мексиканский десерт. Это тоже замороженные продукты. Что молоко? Что органическое молоко самое дешевое в этом магазине, потому что Simply Nature, это все органик. Там большой выбор органической продукции на самом деле в этом магазине, и мы стараемся, то есть по самым приемлемым ценам, поэтому мы стараемся покупать именно органическую продукцию в магазине Aldi. То есть если сравнить, это молоко стоит $3.29, по-моему, в Aldi, а в обычном магазине больше $5. Органический йогурт тоже 2,89 стоит. Это приемлемая цена для органического йогурта натурального. Вот весь наш набор продуктов. Думаю, недели на две мы закупились. Ну, мы не все покупали, не весь ассортимент. То есть что-то у нас есть, что-то мы докупили. Мяса нету, рыбы здесь нету, потому да, что у нас есть. У нас уже есть. И еще тоже стоит отметить, что это все вышло на $109. Тотал у нас $109.